изнутри раздирает военный конфликт. Авиаудар по Триполи 4 января унес жизни, по разным подсчетам, от 23 до 28 человек. Наступление армии халифа Хафтара на Триполи не прекращается с 4 апреля. Юг Триполи в огне, район Аль-Хатба Аль-Хадра 4 января подвергся ракетному удару. Целью стало военное училище, как информирует Министерство здравоохранения правительства национального согласия, НСЭ, в Facebook, погибли 23 человека. В то же время телеканал Аль-Джазира утверждает, что погибло 28 учащихся. НСА и его глава Фаиз Сараджа пока контролируют Триполи, но с весны 2019 года идут бои с армией фельдмаршала халифа Хафтара. Военный конфликт внутри Ливии разделил ее на два лагеря. С одной стороны, парламент, который находится на востоке страны и поддерживает Хафтара, с другой – НСА с Фаизом Сараджей, который контролирует Триполи. Ранее, 26 декабря, именно НСА попросила военной помощи у Турции. Турецкие парламентарии вскоре одобрили закон, который разрешил военную кампанию в Ливии. По сути, президент Турции Реджеп Эрдоган еще 16 декабря открыто заявил, что поддержит Сараджа в Триполи. Парламент на востоке Ливии предсказуемо отверг военную помощь Турции и разорвал с ней все договоренности. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.